Меня зовут Денис Мурмечин, фермер, участник проекта «Твердень». Кроме того, что мы созидаем и зарабатываем деньги, деньги, они тленны, да? Мне хочется, чтобы я поучаствовал в воспитании поколения. Мне хочется, чтобы это поколение было сильным. Многие меня не понимают, но я знаю, что я делаю правильное дело. Как бы вас ни откидывало, встал, отряхнулся, пошел. Встал, отряхнулся, пошел.